Граница на замке, и наши пограничники ни на минуту не смыкают глаз. На этот раз сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали иностранцев, которые находятся в федеральном розыске. Первый нарушитель закона был выявлен в пункте пропуска Армянск. 48-летний гражданин был объявлен в розыск. Он обвиняется в неисполнении обязанностей налогового агента. Второй случай произошел в тот же день на соседнем пункте пропуска Джанкой. При оформлении документов пограничнику стало известно, что 26-летний житель Мариуполя условно осужден за совершение ряда уголовно наказуемых деяний. Также объявлен федеральный розыск. Оба задержанных переданы сотрудникам полиции для дальнейшей передачи инициаторам розыска.